друзья! В этом видео вы узнаете, когда выйдет 234-я серия турецкого сериала «Клятва» и что будет в 233-й серии. 234-я серия выйдет на экраны Турции 23 апреля. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. Напомним, в 233-й серии турецкого сериала «Клятва» мы увидим, что мир начинает подозревать, что с состоянием Рейхан что-то не так. Вместе с этим, для того, чтобы осчастливить свою жену, которая в последнее время неважно выглядит, он продолжает преподносить ей маленькие сюрпризы. С другой стороны, давление на Рейхан постепенно усиливается. Пока решение Рейхан остается под вопросом. Молодые влюбленные сталкиваются лицом к лицу с аварией. Смогут ли они выжить в этой аварии? Нарин предпочитает уйти вместо того, чтобы бороться, и удаляется от дома. Однако Шахрие и Хизир не сдаются и докладывают Нарин новости из дома. Кемаль, не подозревая ни о чем, стремится только лишь к благополучию дочери. Нарин, не выдержав, приходит домой в позднее время и сталкивается с неожиданным сюрпризом. Что теперь будет делать Нарин? Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал и обязательно пишите комментарии. До скорой встречи!